В Могилеве может снова появиться Спасский переулок. Почему снова? Да потому что 100 лет назад вот этот участок города между Ленинской и Архиерейским валом носил именно такое название. Сегодня появился реальный шанс вернуть в книгу города одну из ее исторических страниц. Спасский переулок известен с 17-го столетия. Назван он так был по Спасской церкви, которая находилась прямо за моей спиной. Таким образом, Спасский переулок соседствовал с исторической частью города, которая в то время находилась где-то между парком Горького и Советской площадью. Кажется, за 2 столетия переулок и не изменился вовсе, по крайней мере, если ориентироваться по этому фото, сделанному с рисунка тогдашнего художника. Это единственное изображение Спасского, названного так в честь покровителя города Спаса. Первое упоминание о храме, еще как деревянная церковь Спасская, известно с 1478 года. Но в конце 18 столетия наш православный месточтимый святой Георгий Каниский, который руководил православной епархией на протяжении 40 лет, тогда называлась во второй половине 18 столетия Белорусская православная епархия, здесь из Могилева, он руководил и построил новый Спасский собор. Вот данный Спасский переулок, он и существовал еще в этот период времени. Да и отношение в те годы к такой небольшой, но важной части города удивляет даже сегодня. Главные улицы города, они, конечно же, имели в этом территории либо деревянные мостовые, либо мостились с помощью камня. Известен факт, что в 1683 году на территории нашей Могилевской, территории города Могилева, наш Могилевский городской магистрат, высший орган власти, закупил 320 вазов камня для того, чтобы замостить Спасскую улицу. Вот только почетом таким Спасский пользовался недолго. В начале 20 века, после Октябрьской революции, старорежимные названия стали массово заменяться новыми – ленинскими, советскими и краснозвездными. А Спасский переулок утратил свое название. Небольшой переулок так и остался бы незамеченным, если бы не предложение топонимической комиссии, которую, как рассчитывают в горосполкоме, поддержат и сами горожане. Сейчас проходит обсуждение в средствах массовой информации, как жители города отнесутся к возвращению исторического наименования. Если положительно, то будет принято решение исполкома, а далее решение Совета депутатов. Совет депутатов уже окончательно утвердит решение, и переулку будет возвращено его название – исторический переулок Спасский. Переименование принесет частичку истории средневекового города Могилева и возвратит ее как раз вот на улицу, рядом с улицей Ленинской, поскольку именно здесь, на улице Ленинской, сохранилась только, к несчастью, частично застройка губернского города Могилева. И нету никаких упоминаний о средневековой истории нашего города Могилева. Исчезли свидетели этого времени. Единственным возрастным зданием в этом районе является вот это 1790 года постройки. Поэтому историки надеются, что возвращение Спасскому переулку его старого нового имени вернет и частичку истории в наш город. Возможно, Спас и здесь окажет свое покровительство.